Сейчас я вам покажу, как подключить ресивер к телевизору. Для этого я использую кабель, который идет в комплекте с ресивером. Один конец кабеля нужно подключить в антенный ход телевизора, второй – в антенный выход спутникового ресивера. После чего следует запустить ресивер нажатием красной кнопки на пульте и запустить автоматический поиск каналов на телевизоре. Один из каналов и будет сигнал с ресивера. После того, когда вы найдете изображение с ресивера на телевизоре, вы увидите это изображение. Для того, чтобы приступить к настройке антенны, нужно нажать на пульте кнопку ОК два раза. После чего вы увидите это изображение с двумя шкалами внизу справа, где будет показано 0%. После этого следует приступить к поиску сигнала. Когда сигнал найден, вы увидите это изображение. Добившись максимального процента, можно приступить к поиску каналов, нажав еще раз кнопку ОК на пульте. После того, когда появится диалоговое окно с выбором подтверждения, нажмите «Да» нажатием кнопки ОК на пульте. Нажимаете кнопку ОК на пульте, и вы готовы к просмотру каналов Триколор со спутника. Приятного вам просмотра! Если же по какой-то нам неизвестной причине вам не удалось настроить антенну, обращайтесь в нашу компанию, и мы с радостью вам поможем. До свидания!